Бросок. Гол! Это Дамир Шеребзянов. А вот она и в сетке. И нижнекамская команда открывает счет. Ой-ой-ой, даже не так, даже 6-4. Вот это да, вот это концовка. И что, не Грошев ли это? Нефтехимик перехватывает. Шахсадаров, бросок, и вот так, 3-1. Шеребзянов. Крупнейшее поражение в текущем чемпионате терпит Хабаровский «Амур». И 8-0. Слушайте, ну вот такая зашла. Ну, хватит издеваться над Аликиным, ну честное слово.